Привет, меня зовут София, и я хочу рассказать историю про мою маму. Люша, жили боят у мамы, жили промушела еще, жили пую маме. Никто не поверит, что Валерия и Люша мои любимые братья. Никто не поверит, они на меня вообще ни капельку не похожи. Ну как не похожи? Глаза, волосы. Скажи, в чем похожи? У вас общая мама. Мне было 18 лет. Я была на последнем курсе медицинском. В очереди за хлебом я увидела иностранного гражданина, который начал ко мне приставать с вопросами, кто я, как меня зовут. Он попросил мне такую фразу, как бы согласиться на нее, что если нам Бог даст следующую встречу, то я обязательно с ним буду разговаривать. Ну, хорошо. Когда я на второй день снова пошла в магазин, он меня увидел через балкон. И быстро прибежал на улицу и сказал, вот, Бог нам дал вторую встречу, поэтому давай будем общаться. Таким образом, мы еще минут 15 пообщались с ним, и, в принципе, в будущем он стал моим мужем. Так как я выросла в Иордании, мои родители всегда общаются со мной на разные языки. У меня их 4. Это арабский, русский, английский и украинский. И я разговариваю как-то с акцентом. И надеюсь, что меня зрители поймут. Мы туда ездили только в гости. Получилось так, что мы на 6-м месяце. Я была, когда мы туда полетели. И мы думали, что там побудем 2-3 недели и прилетим назад в Украину. Но так случилось, что у бывшего мужа появилась работа. Я видела, что он хочет остаться. И я как бы настояла на то, чтобы мы остались. Мы остались, но уже потом было поздно на самолет прилететь. Там после 7 месяцев меня просто не пустили на самолет. Мы остались там, я родила там, в Иордании. Все было замечательно, все было хорошо. Там появилась моя София. Это мой папа. Он был мой папа. Вот эти фотки мне их папа недавно переслал. Потому что я на них посмотрела, и я хотела, чтобы они сохранились у меня в телефоне. Я очень люблю рисовать, поэтому я могу сейчас что-то нарисовать. Если меня никто не отвлекает, то я могу где-то 2 часа 3 рисовать. Если меня отвлекают, то уже настроения нет и перестану. Наша семейная жизнь начала валиться, разваливаться. По разным причинам. У нас нет одной конкретной причины. Тут идет и много барьеров, много непониманий, много несостыковок в жизни, разная видимость на жизнь, разные, много чего разного. Я не помню развод родителей, и даже не хочу помнить, чтобы я не расстраивалась. Просто не хочется. Мы договаривались, что они будут приезжать на каждые каникулы, там по возможности максимально будут приезжать. И когда произошел суд, уже суд решил, решение суда, это дети с мамой остаются, а детей-то в стране нету. То есть если они пересекают сюда границу, то их потом просто не будут выпускать. Но иногда-то спрашивала, но потом я поняла то, что мои родители развелись. И я поняла то, что моя мама далеко от меня. Потом мы подписали мирное соглашение, что вот дети будут там, я буду приезжать к ним в гости, и буду их видеть, будем с ним общаться. К нам мама приезжала, мы к ней там ехали и так далее каждое лето. Мы с ней связались через Skype, через Viber. Она к нам приезжала, мы к ней приезжали. У нас была хорошая связь. Это самое сложное для мамы, что может быть. Когда мама знает, что где-то в мире есть дети, но они не с тобой. Ты не знаешь, что они кушают, ты не знаешь, как они спят. Никто ли их в школе не обижает, никто ли их хочется расчесать, и хочется их искупать. Они девочки. И я как мама в этом нуждаюсь. Потому что видишь на улице детей, тебе кажется, что вот хочется их трогать, хочется их обнять, но не чужие, не твои. Где-то в мире у тебя есть родная душа, но нет возможности этого сделать. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Но
мне пришлось с этим жить. Я сразу звонила бывшему, бывший покупал билет, я туда летала. Я их видела, обнимала, целовала, но это 2 недели. Разрыв с детьми, когда я оттуда уезжала, это было так тяжело. Я бы от мамы в жизни бы не хотела бы расстаться. Мы жили в Амман, в столице Иордании. Да, я впервые встретила мою бабушку. Я была очень рада, потому что моя бабушка, она для меня и для моей сестры очень много старалась. Она нас очень любила и всегда нас защищала. Когда я поехала в Иорданию, я как бы была маленькая, и в том возрасте можно выучить любой язык. Для моей сестры это было немножко чуть сложно, потому что ей было 7-8 лет так. А мне было легко, потому что мне было 3 годиков, я его сразу выучила за 1 год, и я хорошо разговаривала даже без акцента. Я очень любила брать такие разноцветные бумажки и из них делать как маленькая тетрадь и в нее писать то, что я тебя люблю, мама, ты для меня все, и не хочу, чтобы, чтобы ты заново уехала и останься со мной. Да, она мне их писала, она их высылала. Она мне часто говорила, что «мама, я хочу», когда мы с ней по скайпу общались, «как я могу засунуться через компьютер, чтобы вылезти на твою сторону». Они очень сильно скучали. У детей было все. Сказать, что там детям было плохо – нет. Детям было очень хорошо. Они за ними ухаживали. У них было все, но у них не было мамы. Когда я поехала в Иорданию, там было очень красиво. Там было как будто лето. А зима – это чуть мало как-то идет так. Там много народов было, и можно куда ни хочешь, можно пойти погулять. И там очень весело было. На каждый день рождения я пригласила всех моих подруг, приглашала моих тёть и так далее, все знакомые. И всегда мы собирались за один столчик, и мы начали все кушать вместе, разговаривать, улыбались вместе. Было очень прекрасно. Я, честно сказать, я думала, что я сойду с ума. Это вот реально. Мне настолько было тяжело и плохо, что я иногда сижу в квартире, я понимаю, что там, я не знаю, ножки от столов двигаются или еще что-то, потому что я настолько глубоко впадала в это депрессионное состояние. Я с мамой каждый раз переписывалась, каждый день с ней разговаривала по телефону. Иногда-то она к нам приезжала на 3 месяца, потом уезжала. Мне было очень обидно, когда мама уезжала, потому что я не хотела с ней расстаться опять. Я очень сильно плакала. Особенно мне было больно, когда я видела детей, девочек, возраста моих детей. Вот для меня это был стресс, это каждый день у меня эти стрессы. Я проходила через это, потому что на улице-то детей много, особенно весна. Приходят, все выходят с косичками, в юбочках дети, и все, у меня начинается. Но когда она приезжала, я, как каждый маленький ребенок, я всегда к ней обращалась, внимала и говорила: «Мама, я тебе подарок сделала, прочитай!» И она читала и иногда-то плакала. Я ни с кем не общалась, я закрылась настолько глубоко, учитывая, что у меня братьев, сестер нету, я одна в Украине. И для того, чтобы укрепить себя, я в мечети старалась максимально ходить в мечеть. Я даже себе группу детей взяла и учила деток именно писать и читать на арабском языке. Для того, чтобы опять быть ближе к детям. И в один из этих дней была лекция. Из Крыма приехали на лекцию. В тот день мужчины стали впереди, и мы там детей занесли тоже в эту аудиторию, для того, чтобы они тоже послушали лекцию. Тут один из братьев принимал ислам, бывший имам тогда. И тот человек, который принимал ислам, в это время он же видит детей, видит меня. И потом со временем он в Днепропетровска приезжал в Одессу, тоже
в мечеть, и он сильно настаивал, особенно когда я узнал, что у меня двое детей, что у меня развод и детей со мной нету. Он понял, что мы можем быть вместе, и в принципе мы будем поддерживать друг друга, мы будем понимать. У него тоже двое детей, и тоже они с бывшей женой. И у меня тоже двое детей, не с бывшим мужем. И когда ему будет тяжело по детям, я буду понимать, о чем он. Когда мне будет тяжело, он меня будет поддерживать и понимать. И вот это была база, это был фундамент, который уговорил меня обратить на него внимание. Потому что я была полностью закрыта в глубоко депрессионном состоянии. Мне не хотелось ничего. Вот из этого состояния он меня вытащил, он мне показал, что есть мир, что можно снова любить, что можно иметь карьеру, что можно иметь семью, что можно быть, в принципе, человеком. Была одна девочка, ее зовут Мэй, она была моя лучшая подруга, я ее очень люблю. И я ей всегда говорила то, что я в этом году, в лето уже уезжаю в Украину, поэтому делай дуа, то, что, чтобы я поехала, все было хорошо. И она всегда делала дуа, и я видела, как она это делала. И я благодарна ей, то, что она, когда делала эти дуа, мы вместе это делали все. И я уверена 100% в то, что половина ее дуа, Аллах их принял, и вот мы приехали в Украину. Через 7 лет бывший муж с его семьей приняли решение переехать, ну, в Украину. Я, Сихам, папа, все так хотели, чтобы, ну, мы переехали в Украину. Для нас это будет очень хорошо, потому что у нас будет большая связь с мамой, и так для нас лучше будет. Девочки стали постарше, и когда у них начался переходной возраст, они начали нуждаться в маме, потому что бабушка воспитывает, это хорошо, это по исламу, но... Так, не трогай! Бабушка уже, скорее всего, в силу возраста не может справляться с напором переходного возраста, переходной период. Дети уже стали больше себе позволять то, что нельзя позволять. И тут уже нужна мама. И они нуждались в маме. Он их решил сюда привезти для того, чтобы они были с мамой и с папой. Тем более они все здесь. И мы здесь рядом. Мы в 4 минутах на машине друг от друга. Дети как у него, так и у меня. Но в основном они у него. Когда я сюда приехала, я была в шоке. Я не верила в то, что я приехала в Украину. Для меня это была очень большая радость. Я очень была рада, то, что я наконец-то встречу мою маму заново, с ней буду наконец-то жить. И очень рада была, очень. Дети очень дружелюбны. Они вместе всегда проводят время максимально. После школы, после садика они встречаются, они как родные. Не чувствуется, что вот разные папы. Мы никогда не делаем на этом акцент. И сестричек красивый София. Я тебя так люблю. А кто еще? И Сихам. А кто еще? Иногда даже мои младшие дети, Валерия, первое время, она называла бывшего мужа тоже папой в том числе, и папу. Пока она не стала понимать, что это папа старших, а у нее папа другой. Вот здесь с Славиком у нас очень хорошая связь, он очень хороший человек, и я говорю то, что слава Богу, то, что он и мама, у них один, ну, у них есть общий язык, и они понимают друг друга. Он мне полностью близкий человек, мы понимаем друг друга, у нас один менталитет. Мы понимаем друг друга и в исламе, мы оба принявшие ислам. Мы понимаем друг друга темы, то, что касается детей, когда у него связь с детьми, когда у меня с детьми. То есть мы как одно целое. И когда он меня спросил после того, как мы поженились, кем я хочу, кем я вижу себя, как я хочу себя реализовать, я хочу развивать свое хобби. Я люблю шить, я с детства шью. И я себя всегда в школе одевала, одевала себя в колледже, в университете. Когда я приняла ислам, остро стал вопрос, что нужно одевать. Широкое нужно сразу, уже непрозрачное, полностью поменять свой гардероб. И когда я столкнулась с этим и стала шить исламскую одежду, я так подумала, почему это все не легализовать и не просто шить дома, доставать машинку из-под стола и шить, когда я могу сделать собственный бренд и развивать это как бизнес. Мой муж меня в этом поддержал, и я очень счастлива. Я уверен, что она правильно движется.
Она всю жизнь мечтала. Вот сколько я ее знаю, все время она говорит, что с детства она мечтала об этом. Я постарался сделать все, чтобы ее мечту воплотить. И считаю, что да, она правильно движется. Мы находимся сейчас в моем бункере. Я его реально называю бункер, потому что оно идет в подвальном помещении, а в полуподвал, и здесь не ловит ни интернет, и ни телефон. И я, когда сюда захожу на работу, в моем бункере, я реально закрываюсь от всего, сосредотачиваюсь. Мне это придает такую вот мощь, что никто не отвлекает, никто не мешает, и я реализовываю все свои задуманные планы. В работе мама, она вот всегда спешит, потому что боится то, что не успеет, потому что надо там много вещей пошить. Для того, чтобы появилась идея, должно быть изумительно классное настроение, потому что плохое настроение толкает на плохие мысли. Плохие мысли – это не дает возможности вдохновлению, в принципе, появиться. Я не вдохновляюсь. И мне нужны хорошие вот, положительные эмоции, люди, поддерживающие меня. Мама иногда-то боится то, что ну, там вдруг что-то не то выйдет, вдруг мне кому-то не понравится. Так. Я и Сихам, и все остальные люди пытаемся ее удерживать, что сначала все будет хорошо, всем точно понравится. Первые зрители уже есть, это я и моя семья, и мы ее так поддерживаем. Ну, для меня много чего-то значит, и я очень рада. В тот раз было для меня это первый раз, то, что я участвовала. Я волновалась немножко, но потом захотелось еще. Для тех детей, которые у них такая же ситуация, как и у меня, я хочу им сказать то, что они должны ценить все, что у них есть, и всегда говорить спасибо Аллах, потому что, иншаллах, когда они будут это все ценить, иншаллах, все будет хорошо, и даже будет лучше, чем как они представляют, потому что то, чего ты не ценишь, тогда ты потеряешь все, а если ты этого ценишь, то тебе будет даже лучше. У меня есть папа, мама, старшая сестра и младшая сестра и младший братик. Я их очень сильно люблю и готова ради них все сделать.